Всем привет, дорогие зрители! Я хочу вам рассказать, как можно заказать мебель, бытовую технику или любой другой товар онлайн в магазинах Турции. Для начала я хочу вам показать наш сайт, также рассказать про наш офис, где мы находимся. Для этого нужно вам перейти в поисковик, как, допустим, это Google или Яндекс. Написать сюда Prestige Paradise. Алания еще можете добавить, чтобы быстро нашли нас. Вот. Тут выходит наш офис. Можете нажать маршрут или позвонить сразу мне. Офис находится у нас в Махмутларе около башни часов. Но заранее советую мне позвонить, так как я не нахожусь там постоянно. Я иду на съемки, также еду с клиентом, показываю проекты или квартиры. Итак, а также на Яндексе вы можете пробить Prestige Paradise, и Яндекс вам покажет наш офис. Также вот мой номер. Также у нас есть свой сайт. Пока что вот наш YouTube-канал, вы уже, наверное, знаете. Тут на YouTube-канале у нас есть плейлисты, чтобы вы могли легко находить по вашему бюджету. Допустим, ищите недвижимость до 80 тысяч, нажимайте, там все варианты. Или же 70 тысяч, 60 тысяч, 40 тысяч. Много квартир продано, вы просмотрите. Сделайте сортировку, вот, подать объявление. Застройщики, например, допустим, в Алании. Вот сейчас вот открывается тут. Вот, самые последние ролики, они в конце. Нужно прокрутить вниз. Вот. Итак. Назад. Всем привет, дорогие зрители. Сегодня... Можете также найти все данные о нашей компании, если нажать на категорию о канале. Тут WhatsApp, Facebook, Telegram канал, Instagram и сайт. А также вот нажать прямо сюда, WhatsApp, и вы перейдете в WhatsApp. Также у нас тут сайт. Если вы зайдете на сайт, можете нажать вот эту желтую кнопочку, здесь чат, и я сразу вам отвечу. Можете также кликнуть на WhatsApp, он перекинет WhatsApp номер, и мы будем общаться в WhatsApp. Также можете кликнуть сюда. Это переход на YouTube, переход на Facebook, на ВК и на Instagram. Вот наш Facebook канал. Наш Instagram-канал называется Paradise Alania. На этом, на Instagram, на Facebook называется Paradise, Prestige Paradise Alania. Очень легко меня именно найти и нашу компанию. Также на YouTube у нас есть вот такой ролик, важная и нужная информация. Давай его откроем. Очень советую всем посмотреть. Я тут все рассказываю как, о всем. Вот, можно пробить, как экономить в Турции, переезд в Турцию, важная и нужная информация от Агаси. Обязательно просмотрите, ставьте лайки, комментируйте. А тут я подробно о всем объясняю. Так, это контакт у меня. Итак, дорогие зрители. Главные сайты, где можно сэкономить. Вы можете пойти в мебельный магазин, выбрать свой товар, посмотреть серию и перейти на сайт akapche.com. Или сразу же здесь в поисковике вбить. Переходим на сайт, он на турецком языке, можете его перевести Google переводчиком. Вот есть такой Google переводчик. Всегда переводить.
Он просто этот сайт не переводит. Или переводит. Да, переводит на русский язык. Можете оставить на турецком языке. Можете также пробить. Вот тут у нас категории. Электроника. Здесь дом, офис, сковорода, там и столовый набор. Все, что хотите есть. Давайте я продолжу. Часы, одежда, строительные материалы. Нам важно дом, офис. Нажимаем. Здесь выходит у нас категория мебель. Так. Коридор, холл, шкаф для ванной, там, тумба для ванной, кабинет, детская молодежная комната, кухонная мебель, гостиная и холл, спальня. Начнем со спальни. Вам нужно посчитать все свои расходы. Приблизительно обставить квартиру 1 плюс 1 обходится от 2000 евро до, ну, 5000 евро, это уже люкс. 2 плюс 1 обходится как минимум 2500 евро. Это также включительно туда и бытовая техника. Это минимум купить, если по очередности. Там важные вещи, допустим, кровать купили, диван один купили, тумбу, телевизор, бытовую технику, стиральная машинка, холодильник, один кондиционер или два кондиционера. Все зависит от БТУ мощности. Там 9000 БТУ. Я вам все покажу. Сперва начнем с мебели. Так, давайте я на турецком продолжу, так как уже привык к сайту на турецком языке. Начнем с первой категории. База. Это у нас кровать на двоих. Так, здесь есть категория. В телефоне тоже есть приложение, можете скачать Акакча. Также есть сайт такой gymri.com. Два сайта их. И тут можете посмотреть цены, и там можете посмотреть цены. В магазинах товар подороже, чем на этом сайте, потому что магазин платит за аренду, за электричество, за воду, за коммунальные расходы и тому подобное. Налоги у него всякие. Из-за этого эти товары в магазинах дороже, чем в онлайн-магазинах. Онлайн-магазинов очень много. Самый известный Trendyol, Hepsi Burada, GittiGidior, Amazon.com.tr тоже работает. Тоже я заказывал несколько раз. Чечексепети – это именно сайт, где можно заказывать цветы, в основном подарки, но также есть все товары, которые тут есть. И N11 в основном, чем я пользуюсь, это N11, Hepsi Burada, GittiGidior, Trendyol. Итак, этот сайт я вам тоже показал, gymri.com. Вот тут выбираете, но я к нему не привык, потому что я в основном смотрю на Акакче. Так что начнем. Ну, а как же показывать я вам? Буду тут. Так, дорогие зрители, здесь сортировка. Чоксатанлар это больше продаваемые. Эндюшик самая минимальная цена. Так, начнем с эндюшик. Вот это минимальная цена. И сортировка идет по возрастанию. Как вы видите. Этот сайт показывает, на каком сайте или на какой программе. Вот N11 или Trendyol. Этот товар Верона База самый дешевый. Допустим, я кликну на него. Он перекинет нас на N11. На N11 стоит 1399 лир. Вот эта кровать двухместная. Также открывается она. Сюда можно что-то поставить. Ну, здесь описание. Можете включить переводчик. Все. Все здесь в описании. Пишут. Доставка занимает от 2 до 7 дней. Порой, когда товар большой, может занять и 12 дней.
Вам нужно пройти регистрацию на каждом сайте Trendyol, Hepsiburada, да, N1, Tingidiore и тому подобное. Итак. NXX это самая высокая цена. Порой я включаю самую высокую цену, там быстро выходят товары, те, которые я ищу. NXX план это самая высокая оценка товара. NNLR это самые новые. Можете по бюджету здесь распределить, вот, написать здесь самое минимальное, допустим, кровать я хочу за 2000 лир, качественную какую-нибудь, и самое больше 5000 лир. Нажимаем Enter, и выходят товары. Так, вот видите, этот товар на нескольких сайтах, N11, PTT, видите, на Trendyol он самый подешевле. Здесь на 30 лир почти разница, а здесь вообще. Нейрон Венеса 160 сантиметров, кровать на двух человек. Допустим, я кликаю сюда. 160 на 160. Так, закроем. Закроем. Ну, больше тут описания нету. Этот товар 3683 лир. Комфорт база 150 на 200. 2680 с чем-то лир. Какой-то сайт Ulku Group Depo. Это уже мебельный магазин сам продает товар. Double Comfort. Что они продают здесь? Вот тоже интересный сайт. Много мебельных магазинов, Mondi Home, Vivance, допустим, зайдем. Я никак не могу там отснять, потому что цены меняются постоянно из-за валюты. Vivance.com, тоже, кажется, да. Вот тоже хороший мебельный магазин, тоже советую вам просмотреть. Даже скидки хорошие у них бывают. Но здесь под заказ. Если вы заказываете, товар готовится или 2 недели, или 3, или месяц. После вашего заказа они дают запрос фабрику ихнюю, и товар вам отправляют по адресу. Привозят бесплатная доставка до дома. Вот эти я так удаст. Вот комплект, вот этот, эти, стоит почти 10 тысяч лир. Смотрите, дорогие зрители, куда она делась. Так, вот эти. Вот весь комплект. Можете сразу зайти на мебельные сайты магазина Vivance и сразу оттуда заказать. Вот это весь комплект, то что у них есть. А вот здесь все у нас можно просмотреть. Я имею в виду досы, и также перевести на русский язык сайт весь, чтобы было удобно. Вот учебная комната, спальня. Кровать, гардероб, допустим. Видите, такой шкафчик 999 лир стоит. Ну, почти 1000 лир. В магазине такая будет стоить уже где-то 2500. Вот, смотрите, какой большой гардероб. Шкаф с 6 дверями и с двумя ящиками. 3100 лир. 3100 лир это у нас, если зайдем на такую камеру. Валюта.com, я и пользуюсь в основном, 3000 лир. €200. У нас вот такой большой шкафчик. 3100 лир. Но я хочу сказать, что на Акакче есть еще дешевле товар. Можете не покупать на Vivance, а просто посмотреть. Он показывает все сайты. Все мебельные магазины. Вот вывод. Вам можно самим просмотреть. Допустим, сейчас я перейду на диван. Колтук называется на турецком. Колтук таком это комплект. Вот тут что хорошо, у них порой скидки выходят хорошие. Вот сверху вы увидите вот эти категории. На сортировку это категория, скидки большие. 43% даже есть.
Что это такое? Глянем. Давайте покажем вам. Нужно перейти на Хепсибурада. Кстати, на Хепсибурада очень хорошая фишка. Ее тоже я вам покажу. Вот. Несколько цветов тут. Красная. Крем. 3352 лиры. Скидка, да, с 4000 лир упала на эту сумму. Вот Хепсибурада, мой один из любимых приложений. Тут у них есть категория Super Tech Leaf. Сейчас 4 на 4 должно быть. Вот 4 на 4, dirt люди. Если увидите все рисунки цифры 4 на 4, то вот, кликайте туда. И здесь каждые 3 часа у нас выходят товары. Большие скидки. Вот осталось до окончания час. Утром с 9 до 12 несколько товаров. Потом с 12 вот эти закончились. Скидки у нас. Что за товары были? Вот, допустим, упало там с какой-то суммы. Порой 50% скидки бывают. Каждый день следите за этой категорией на этой сайте, на этом сайте. Вот здесь 990 лир было, упало на 500. Как можно это узнать? Вы кликаете сюда. Любой товар. Название любого товара копируете. Вот. И ставите на сайт akakcha.com. Это может быть и кондиционер, и пылесос, и холодильник, и мебель. Нужно название сюда поставить, и он найдет. Сюда кликайте «Самая низкая цена». И вот вам он показывает. На Гитигидьоре почти 700 лир. Но тут она, видите, стоила. Он уже стоит 529 лир. Поняли, да? Можете на Хепсибурада проверить. Он уже не показывает, так как уже скидка закончилась там. Вам пример. Сэкономили уже на почти 200 лир. Ну, 170 лир. Допустим, кондиционер. Я Airfield Conti в основном советую. У меня у самого такой. Допустим, 9000 BTU. Это мощность. Чокса Атанлар, самая больше продаваемая. Или Эндющикси. Ну, Эндющикси он показывает. Да, пульты. На данный момент цена Airfield 5893 лир на 3 дьоли. Здесь 6000, здесь почти одинаково. Но здесь почти на 200 лир вы сэкономите. Переходим на тренд йол. Так, вот такой кондик. Качественный, хороший. Не буду рекламировать его сильно. Так, здесь могу просто написать. Кондиционер по турецкой клима. Клима 9000 BTU. Посмотрим. Сегодня у нас 30 января, цены на сегодняшний день. Итак, самый больше продаваемый. Видите, по-любому Airfield выходит. Самый больше его покупают. Также такой Airfield. Баймак тоже хорошая фирма. Но Баймак подороже. Видите, уже цены поднялись из-за лиры. 6200 лир. Флуя какой-то 5900. 5900. Итак, я сюда лучше напишу 3000 лир, чтобы сортировка мне показала минимум 3000 лир. Вот, минимальная цена. Показывает Эсти фирма. 5640 лир. Мидея тоже хорошая фирма. Кстати, глянем. 5700 лир. Гитнигидиор тоже сайт вам покажу. Наверное, единственное я, который вам все это объясняет детально. Потому что никому это не нужно. А я беспокоюсь о каждом. И желаю, чтобы все выгодно купили то, что себе ищут. Обставить квартиру – это небольшая проблема. Кто-то мне говорит, 10 тысяч евро расход. Нет, такого расхода нету, смотрите.
2500 евро делает 30. Что? Делает почти 38 тысяч лир. На 38 тысяч лир можно полностью обставить квартиру. Основными вещами то, что нужно. А так, если 5000 евро, это уже 75 тысяч лир. Можно полностью это все обставить. Рублями покажем. Рубли. Вот 5000 евро, это 433 тысячи рубля. Так, Вивенсе. Мебельный магазин Монди Хоум. Монди Хоум. Потом мебельный магазин у нас есть Дотаж. Дотаж. Лучше всего, как это искать, я сейчас вам объясню. Ну, здесь более-менее цены высокие, чем на Ювенсе. Давайте я вам... Вот, Мондихом тоже нормальные средние цены и хороший товар тут. Выбор интересный. Как неоклассика, классика, минимализм, все у них есть. Можете посмотреть. Как легче всего искать? Пробиваем или прямо здесь пишем в поисковик мобилия фирмалары ри буква И. Вот. В Турции он показывает мебельные магазины. На первом месте Билона, второе месте Энза, Мудоконцеп, Келебек, Икея, Монди, Мондихом, который я вам говорил, Адора, Ипек, вот, и они здесь все выходят, Фивенса, Итаж. Можете просмотреть. Или сразу написать мобилия фирма Лары Анталия. В Анталии много фирм, около моста, там 18 магазин. Можете поехать туда. Покажу даже по карте вам. Вот видишь, сколько мебельных магазинов. Вот здесь мост есть. Вот это все мебельные магазины в Анталии. Можете заходить в одну, выходить, заходить в другую. И если не устанете, обязательно с собой возьмите воду. Пирожочек. Так. А также в Алане тоже есть. Почему именно Анталия? Алания. Икея магазин у нас в Анталии. Вот, в Алане тоже много магазинов. В Анталии очень много фабрик. Из-за этого я посоветовал туда сразу. Замбак. Вот у них более-менее бюджетные варианты. Замбак. Маленький магазинчик такой. Энбихомы. Около Доташа. Вот, есть очень хороший магазин. Я не ролик снимал, вам показывал. Подождите, куда я ушел. Поворот. Где торговый центр Аланиум. Вот. Здесь у нас торговый центр Аланиум. Идемте вперед. Вот, Доташ. Вот, Доташ эксклюзив. Около банка. Около банка Халк банк. Вот здесь Армада Мобилия. Можете и туда зайти посмотреть. Что-то не приближает карту. Отдаляет, но не приближает. Магазинов хватает. И в Махмутларе все есть. Джейсон Мобилия, Энза, ну, новые магазины тоже открылись. Новые Мобилия. Дуккахом у нас в Тосмуре, вот магазин. РГ Мобилия. Ну, там цены. По-любому вам нужно пойти, пощупать, посмотреть.
Или же посмотреть, а потом с сайта заказывать. Лучше всего я заказываю все через сайты. Читаю комментарии. Люди пишут все супер, отлично. 100 комментариев. Редко кто пишет плохой отзыв. Я смотрю эти отзывы и заказываю любой товар. Видите, даже до того, что там 19 тысяч лир было, упало на 12 тысяч лир. Я не люблю именно ходить, смотреть, это пустая трата времени. Лучше я сяду за комп, посмотрю все товары, всю мебель, выпишу себе то, что я ищу, и потом пойду в мебельный магазин, тот, который я нашел, и посмотрю этот товар на качество, а потом закажу. Но здесь бывают скидки, порой нужно сразу заказывать, не терять время. Так, дорогие зрители, кондиционер, буздолаб это холодильник, вот здесь скидки, 14% какая-то упала у нас, Также есть на Акакче актуэль урюнлер. Актуаль это магазины, сеть магазинов BIM, Shock, Migros. Он здесь все у нас показывает. Вот Market Brochurler. Категорию. Переходите в категорию. Market Brochurler. И вот тут у нас появляется А101, BIM, Shock, Цикноса. Выходят их журналы. Недельные там, допустим, какие скидки бывают. Какие дни. Вот, кстати, стиральная машинка с фирмы SEC. С 3 февраля начинается до 9 февраля. Шубат это февраль. Вот, 2500 лир стиральная машинка. Вам 7 килограмм, 1000 оборотов. Вот так. Холодильник SEC 3300 лир. Допустим, если купить их вместе, 3300, 3600, 6900 и 3000, 9900, 10 тысяч лир. 10 тысяч лир. 660 евро. У вас ушли на холодильник, стиральную машинку, то есть посудомойку и стиральную машинку. Пылесос вот здесь какой-то. Кивиси. У них скидки. Наушники. Philips. Ого. Кстати, если горит зеленая свечка, то значит самый дешевый товар вот здесь у нас. Потому что akakche.com показывает вот это. Если красная горит, значит она подешевле в другом магазине. Сейчас я гляну, где она еще дешевле. Вот она говорит gratis, и она стоит 180 лир. Магазин gratis. А тут стоит 199 лир. Вот такие хитрые штучки у нас тут. Это магазин А101. Глянем-ка там, что еще у нас было. BIM, например. В BIM тоже хорошие бывают скидочки у нас. Товары интересные. Шоколадки, наколадки. Это что? Техника. Видите, зеленый свет горит. Значит, она самая дешевле будет в Биме. С 4 по 10 февраля. 1200 лир. Так. Все, дорогие зрители, не буду томить вас, уже сколько минут снимаю ролики. Рассчитайте по вашему бюджету все товары, заказывайте, не беспокойтесь. Бытовая техника все привозит домой, сервис бесплатный, там если писать, допустим, телевизор, телевизион, по-турецки это телевизор. Они там внутри пишут,
самое больше, что вот внутри здесь, если перейти уже на сайт, это Amazon, но Amazon несколько не занимает. Здесь пишут, что гарантия есть, бесплатная установка, сервис бесплатный, и кондиционеры, и бытовая любая техника. После того, как прибыл товар, вы упаковку не открываете, звоните, если это Арчелик, если это там Samsung, Siemens, звоните в сервис, и они вам назначают время, говорят, что мастер придет, допустим, через день с 2 до 4. И даете контакт номер, мастер звонит, приходит, бесплатная установка, распаковывает, он устанавливает, дает гарантию на 2, 3, 4, 5 лет, в зависимости от товара. Все. Никакого мастера вызывать не надо. Если даже есть какая-то проблема, когда они распаковывают, говорят, что эта техника проблемная, забирают и привозят вам новый товар. Даже если товар пришел проблемный, трещина, вы возвращаете товар обратно. Деньги вам они возвращают, вам в кошелек или на карту, потом заказываете другой товар. Или же привозят со своего склада из Алании. Вот так вот, дорогие зрители. Ставим лайки. Комментируем. Переходим на наш канал. Подписываемся. Вот нажимаем сюда. Жмем колокольчик все. Не пропускаем мои ролики. Я все стараюсь снимать для вас. У нас небольшие комиссии. Я помогаю. И обо всем обсуждаю на месте. Цены у меня стабильные, стандартные. Раскрутки нету. А порой меня спрашивают, почему у тебя такие цены, почему так, всякое. Я говорю, приходите на месте, все объясню. Рынок сложный. Звоните, дорогие зрители, помогу, чем смогу. Но 3 дня до вашего приезда, чтобы я подготовил вам портфель. Про плейлисты не забываем. Также я поделюсь в сообществе у нас ролики. Те, которые не продались квартиры, я здесь делюсь. У меня есть постпродажка. После покупки недвижимости мы не оставляем своих друзей, уже не клиентов, а помогаем во всех их вопросах. Там, оформление электричества, воды, там, покупка мебели, бытовой техники. Ну, отзывы можете почитать у нас на канале. Вот. Отзывы есть про Google, можете и в Яндексе. Вот, про меня отзывы наших друзей и клиентов. Можете все прочитать. Никакой раскрутки нету. Все живое, все натуральное. У нас YouTube канал живой также. Никакой рекламы. Подписчики все реальные. Просмотры все реальные. Это 1000 просмотров. Это все реальные. 300 человек, это, наверное, риэлтор Алани наблюдает за мной. Собирать себе портфель. Всем пока-пока, дорогие зрители. С вами был канал «Недвижимость в Турции», а точнее в Алании, Paradise Alanya. Жмите лайк. Завтра у нас вот ролик, 4-комнатная квартира. Жмите вот эту кнопку и пишите сюда. Пишите, пишите без остановки. Хорошо? Всем пока-пока. Чао-чао. Пока. Пока-пока. Дорогие зрители.